Привет всем. Наконец-то я собрал 14 тысяч боевых марок на постройку заветного корабля, линейного корабля первого ранга «Суверен». Вот, 14 тысяч марок. Сейчас запустим в верфи. Запускаем постройку. На этот раз время не пройдет, то есть в верфи оно не строится, а моментально. Вот он, наш суверен. Его придется как бы снарядить пушками, добавить экипаж. Думаю, следующим моим выбором будет Шен. 9000 боевых марок стоит.